Привет всем, с вами канал The Big Lady of the Small House. И сегодня в обзоре цветов дублет. Цветение магазинное, срезано с луковицы. То есть это не полная сила этого цветка. Этот цветочек не радует полосками, как это бывает обычно у этого сорта. Может, в следующий раз пустится и в нем будет. Но иногда у него, как и у Джервас, бывают яркие красные полоски. Очень красивый, интересный сорт. Домашнее цветение ожидается где-то вот чуть больше сантиметров на 5. И вот такая прелесть. Чуть-чуть есть пыльца. Но собирать пока я ее не планирую. Потому что смысла пока не вижу. Удачного всем дня. Пока.